Всем привет, дорогие друзья, с вами Мошт, и мы начинаем играть в Resident Evil 7 Biohazard. Ужасно стрёмная игрушка, как говорят, но я не смотрел ничего, кроме как бетки, которая была, я тут проверил. Она у меня работает, настройки я выкрутил более-менее на хорошие. Так, сейчас я кое-что сделаю, буквально чуть-чуть, вот голос на 7. Так, ну и остальное, в принципе, наверное, можно вот так вот тоже сделать на семерочку, потому что... Посмотрим первая серия, а там уже решим. Может громче, может быть тише. Посмотрим. Так, new game. Сложность как обычно. Поехали. Hey, baby. Привет, милый. Хотела поздороваться и сказать, как я тебя люблю. О, отличные новости. Скоро вернусь домой. Yay! Ура! Поскорее бы разделаться до работы. Вернуться домой к любимому мужу. Скучаю по тебе. Мне надо работать. Я люблю тебя, Итан. Очень по тебе скучаю. Посылаю тебе 1000 поцелуев. Пока, детка. Итан, ты был прав. Я солгала тебе, нельзя было, но... Одно скажу, если ты это получишь... Не приезжай! Вот это замес, девушка. Наша девушка же, да? Опа. Привет. Привет, это Итан. Эй, ты как? Вчера ночью ты просто взял и исчез. Да-да, нет, с нами все хорошо. Дело в Мии. Она не погибла. Она жива. Она вернулась. Они нашли ее. Как? Что произошло? Я не знаю. Не знаю как, но она вернулась. Она как-то вернулась. Может, это розыгрыш, но она просит за ней приехать. Где она? Далви, Луизиана. Но ведь 3 года прошло. Я знаю, знаю, но что если это она? Я должен выяснить, что произошло. Так, и мы едем, да? Далви, Луизиана, перемещение камеры. Так, вроде почувствуйте на себя нормально, так машины я управлять не могу, только смотреть. Хорошо. То есть наша девушка пропала, да? И... Как бы через 3 года она сама типа сказала нам, забери меня. Но там же было письмо, если ты получишь, он не приезжай. Видимо, такое ощущение, что это уже подстава какая-то с самого начала. Это здесь. Так, секунду, что за графика, что такая мыльная? Ну-ка, секунду. О, вот это другое дело. Так, стандартный 60 кадров в секунду, это радует. Вот это графончик завезли, как говорится. Ох, мухи, блин, ну и Луизиана. Наверное, далеко я приехал, но, блин, моя девушка, она где-то здесь. В этом доме. Проверьте поставленную задачу. Так, у нас есть карта, да? Ага. Это, я так понимаю, из духа старых резидентов, да? Или как, дверь, и она у нас, как я понимаю, не горит никаким цветом. Потому что я где-то слышал, или что-то мне такое рассказывали. Потому что сам я в Resident играл только... на PlayStation, по-моему, втором, что ли? Третий или какой-то там. Но мне говорили, что здесь, если ты будешь играть, то тут двери что-то как-то отображаются, поэтому... Алло? Алло? Никого. Вот, заперто, да? Цепочка висит. Черт. Ну, ладно. Колючая проволока. Домик не из приятных. Ладно, давайте так. Бегать не будем лучше. Так, разбитая машина. Весьма странно, почему ее до сих пор не забрали отсюда.
Ой, как неудобно. Присоединяйтесь. Господи. Аллигаторы в канализации, 17 серия. Предлагаемый проект. Прокрадитесь в луизианский дом с привидениями. Оу. Так, а как-то вращать, стоп. Ага, все. Понял? Понял, понял, как вращать. Прими ее подарок, дар. Дар, тут перевод есть, забавно. Опять мухи. Фу-фу-фу. Не люблю насекомых. Что, заражусь чем-нибудь? Блин, ну конечно красота. Так, присесть на С, отлично. Кто это был? Мужчина? Мужик! Ушел, видимо, да? Это что? А. О, господи, брысь! Господи. Что это такое? Какие-то обглоданные части, что ли? Копыта лошадей, лошадиные головы. Господи, Мия. Мия же зовут, да, ее? Куда тебя занесло? По-моему, звали Мия ее. Господи. Так, сюда пройти не могу. Хорошо. Блин, я просто забыл таймер поставить. Сейчас, секунду. Так, ага, поехали. Извиняюсь. Так, хорошо. Я так понимаю, мы обошли домик. С задней стороны, да? Но, блин, эти же... Оба-на, сумка чья-то. Водительское удостоверение. Техас. А можно ли как-то это... Есть ли у меня инвентарь? Да, тап. Сообщение от Мии. Распечатка электронного сообщения от вашей жены Мии. Жена, которая пропала без вести 3 года назад. Осмотреть. Могу ли я это как-то открыть? Приходи за мной. Далви, штат Луизиана, ферма Бейкеров. Приходи за мной, боже мой. Итан, ты такой дурак, блин, это же развод. Господи. Ну-ка. Да, только нажимаю паузы, нет, да? Так, как это работает-то? Так и вот так. Кто здесь? Кусах кто-то был. Там кто-то в доме кто-то ходит. Я слышу. Что-то как-то мне стало уже стрёмно, если честно. Ух! Даже физика работает. Так. Окей. И дверь открыта, да, уже? О, как темно-то. О, у нас фонарик есть, отлично. А он как-то вырубается, нет, фонарь? А, вроде как нет, хорошо. Открыть дверь, F. Закрыть дверь, F. Ага, нужен какой-то предмет. Хорошо. Зажаренный ворон, да? Открой-ка. Ой, фу! Блин, везде... Какие жирные тараканы, блин. Фак, твою мать. Я понял. Что это? Какая-то девочка. Закрыто, да?
карты как-то отмечается на карте, то, что это закрыто? Да, отмечается. Черт, я сейчас снимаю ночью. Дико страшно, если честно. Так, что у нас? О, я смотрю тут. Фу, черви. Хотя бы вода у вас в доме есть? Нет. Опять не открывается, да? Хорошо. Это можно открыть? Нет, нельзя. Так, я так понимаю, тут нужно много чего обследовать. Давайте, наверное, даже не знаю, куда пойти с самого начала. Тут доски все заколочено. СП. Да, тут все у нас. Ага. 1F. Что тут? А, 1F, 2F. Stairs, 3F. Кто это? Оу. Пьяненько захлопнулась. Это что такое? Кассетка нужна, да? Похоже, это владельцы. Нормально такая семья. Папка, мамка, дочка, сын, да? Или две дочки? Нет, это сын, похоже на парня. Вообще, опа, фото, фотка, пропустил. Тут что у нас? Ой, тело. Опа, это же наша жена. Так, закрывает, нормально. Заперто. Закрывай давай. Блин. Мурашки просто. Плесень какая-то. А, вот, стейрс. Не работает, пока я не ставлю предохранитель, конечно же. Так. Кассета. Зашибись. И это ж сюда ставь. А, о! Сохранение. Ну-ка, секунду. Так, я проверил. Вроде как громче делать не надо звук. Хотя вот на самом деле можно даже, если честно. Можно вот именно, наверное, громкость шумов на восьмерочку, чтобы было пострашнее прям нам так с вами. Хотя, если честно, мне уже стрёмно. Так. Кассета. Ой, соседняя дверь. Тут же карта нормально работает. Мэп. Да, гостевой домик. Вот оно. Тут у нас заперто. Тут закрыто. Да, да, вот как я и говорил. Ой, синяя доступна, красная заперта, белая неизвестно, да? Хорошо, и у нас кассетка есть. Это сейчас мы так понимаю, увидим Мию, да? То, что она нам присылала, типа, не приезжай, и будет весь замес, как я понимаю. На бирке, которая без нас видеозапись опрошенного дома, Далви 1 июня. Чего? Ну-ка давай. Ну, то же самое, то, что на кассете было, только на... Где ты откопал этого парня? Отвали, Пит. Эй, я работаю только с профи. И, кстати, позаботься, чтобы в этот раз со звуком было все хорошо, тогда будет как в Америке. Может, хватит? Два гребаных, вот еще. Пойдем. Пойдем, блин. Новичок? Что-то мне не нравится, опять за свое. А ничего, что качели двигаются сами, не? А, это же тот самый заход, где мы были. А что с графончиком? Пойдем.
Большое счастье. Они что-то там болтали друг с другом, я так и не понял. Ругаются, они там, блин, качели с ними все двигаются. Да с такой силой нельзя двигаться качелем. Are we rolling? Ну что, мотор? Right, let's go. Блин, качели напрягают. Get out of the way. Отойди. Давай я. It's locked. Заперто. Открыто, ё-моё. After you. О, ну давай. В смысле после... Do you ever prep? What's the prep? Зачем? Хреновый дом, жуткие звуки. Ooh, о, тут призраки. Что-то там качели реально меня напугали. Так, твою мать, я, между прочим, был телеведущим. Помощником ты был, не ведущим. Чего-чего? Ничего. Так, это вот мы абсолютно тут же зашли. Проследи меня, Андре. Заброшенная ферма, пропавшая семья, возможно, убийство. Все как всегда. И сколько лет, по твоим словам, здесь уже никто не живет? 3 года. Кланти, сними-ка вот это. Отличная перебивка получится. Чё тут? Итак, семейка деревенщин пропала. Не деревенщин, бейкеры. Джек и Маргарита бейкеры. Они были тихими, но не отсталыми. Тоже заперто, да? Что это? Чёрт! Зачем только я надел свои лучшие ботинки? Ну блин, ты же ладишься по таким местам, что-то ноешь-то, мужик. Ох, мои прививки сделаны. Хотя, это же отличный фон. В бою замечены призраки. Андре, что думаешь, а? Андре? Оба-на! Андре! Андре! Кленси, ты видел, куда пошел Андре? Нет. Где он? Невероятно, блин! Последний раз с ним работаю. Продюсеры, знаешь ли, приходят и уходят, но хорошие операторы такие, как ты, Кленси. Не отходи далеко. Я так понимаю, мы сейчас пойдем туда вперед, в ту дверь, и узнаем, что там находится за ней. Что за хрень? Ты слышал? Я-то да. Андре? Где он, черт побери? Слушай, где-то тут. Андре? Андре, мужик, ты где? Тут нет никого. У него рука трясется. Да нету того. Я такое ощущение, что кто-то придет отсюда. Сгорел он? Какого черта? Чего там? Оба-на! Да ладно! Это что, блин, шутка такая? Ладно, новый план. Найдем Андре и свалим отсюда. К черту это гребаное шоу. А ты уверен, что Андре тут? Мы не слышали. Как ты вообще нашел это? В жизни бы не додумался. То есть, таким образом, нам кассета подсказывает то, что нам пройти сюда, наверное. Ох, мать твою. Ты первый. Хочу, чтобы ты заснял. Я геройски спускаюсь по лестнице. Поэтому, ты первый. Окей. Ну, сейчас, походу, что-то будет. Я прям подозреваю. Так. Видишь что-нибудь? Я вижу Андре. Здорово, мужик. Ну, собственно, как я и ожидал. Господи. А ты кто? А вот и все, да? Конец записи. Jesus. Боже. И там были шумы прямо оттуда.
Господи, я не хочу. Но я должен. Давай. Да, все верно, все работает. Ну что ж. Блин, я бы после просмотра записи не спускался бы сюда вообще никаким образом. Воу! Ну конечно, блин! Вот черт! Ну теперь я точно услышали враги, которые тут были. Ну не враги, а... Ребята, так. Кровь Андра засохшая. Подняться наверх нельзя. Так, а как бегать тут? На shift, да? Фу, блин, насквозь промокли. Какой-то вонючий жижи. Аккуратно. Аккуратно. Господи, что там может быть на дне? Блин! О! Ё-моё! Пропавшие люди, что ли? Ни хрена себе, сколько народу! Старики, мужики! Старики в основном, я так вижу. Ну-ка, открывай. Что это? Это я? Трубы. Понятно. Господи. Крюки, мать твою. Мия? Мия? И ты уверен, что тебя к ней пустят? Просто так пустят? Так. Я же почти научился все это делать. Давай. Вот так. Бен, Гарольд, Артур, Тамара... Убежал. Мертв. А где же это какого? Мия. Не из... Вот он, ничего не сказано про нее. Не сбежала и не мертва, да? То есть она... А Андра тут есть, который был до этого? Андра. Да, Андра мертв. Понятно. Ну-ка забираем болторез. Пока то не пойдем, наверное. Туда нам придется идти дальше, потому что обратно мы никак не вернемся. И... Болторез. Да ладно. Так все просто? Родная? Она вся какая-то побитая в синяках. Мия, слава богу, я нашел. Это я, Итан. Итан? Итан? Ты в порядке? Зря ты сюда пришел. Что ты хочешь сказать? Ты же меня позвала. Нет, нет, я бы не стала. Что? Правда? Кто-нибудь тебя заметил? Он тебя заметил? Он? Кто еще здесь? Что здесь происходит? Папочка идет сюда. Надо уходить. Папочка? Надо уходить. Быстро, быстро. Куда ты меня ведешь? В безопасное место. Тогда скажешь мне, что произошло? Ты пропал без вести 3 года назад. 3 года? Что? Правда, прошло уже 3 года? Ну, как бы да, Мия. Слушай, как прикольно персонажи прорисованы здесь. Блин, ну слушай, если папочка идет, давай побыстрее как-нибудь пойдем. Тихо, ты сейчас нашумишь, тут, блин. Что? Что это за место?
Что они с собой сделали? Не сейчас. Сначала нужно отсюда выбраться. Сюда, по-моему. В смысле, по-моему, ты должна тут все знать уже. Господи. Господи. Мия. Мия, надо поговорить. Я, когда видел твое послание, не я. Это не я. Как ты не ты? Это не я. Ладно. Но что все-таки происходит? Я ничего от тебя не скрываю. Так объясни, блин. А теперь нам сюда. А, больше некуда идти, тебе так скажу. Если бы я шел бы без тебя, я бы тоже пошел бы по этому пути, слушай. Мия, ты точно знаешь, куда мы идем? Они здесь приносили мне еду. Я вспомнила. Видимо, тут ее пытались все эти 3 года, она прям худющая какая-то стала, до жути. А я пролезу тут? Слушай, я не пролазю. Ага, все, могу. И сейчас ее, конечно же, украдут, да? Опа, ее нет. А, нет, смотри, есть. А как это без фонаря ориентируется? Вот, пришли. Слушай, это какая-то замануха. Мы на месте. И сейчас меня все ждут, да? Я помню эту комнату. Здесь есть другая дверь. Я точно знаю. Ее здесь больше нет. Нет! Нет! Да вот она тут. Надо сломать доски. Игра вылетела. Мы ставим одну семью, если ты что-то там. Я туда смотреть не буду. Здесь другая дверь, я точно знаю. У меня что-то крашнулся видеодрайвер. Не знаю, скорее всего, что-то не успел обработать. Из-за, может, того, что я поставил слишком дикие настройки. Но я ничего не менял, поэтому просто я не буду смотреть сюда. Так. Оба, она куклецкая. Похоже на куклу Ми, если честно. Ладно, иди отсюда. Еще одна тоже кукла. Тут ничего нажимать не надо. Оставь меня в покое! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Её забрали. Мия? Мия? Хе-001 и какая-то пожилая... Дама? Скорее всего, это бабушка. А, ну вот и подъем наверх, да? Отдайте мою... Отдайте Мию. Ох, уже темно как. Сзади, сзади, кто-то сзади меня, по-моему. Прям за спиной. Нет. Фух. Карта гостевого домика. В открыть карту. О! Вот террас. А, сейчас вот тут дверь у нас закрыта. Это та самая дверь, которая у нас была закрыта. Да, вот мы прошли. И слева ванная у нас, да? Аптечка. Да-да. Там кто-то работает, стучит. А мне пора сюда. В смысле закрыто? Нет. Господи. Да.
Вы слышите это? Там кто-то есть. Да-да. Господи! Здорово! Вот это удар! Так, тихо. Убери руки, сопротивляться! Убери! Убери руки! Господи! Совсем же рехнулся уже! Мия, да что творишь? Wait. Что это уже? Это тебе не больно-то? Она тебя ножом избила. Господи! Я же сопротивляюсь! Тыкни ее в лицо! Ты успокоилась, малышка? Я ее слышу. Чувствую, как она снова пробирается в меня. Убирайся! Оставь меня в покое! О, господи. Я поступила плохо. Так мне и надо. Все? О, отрубилась. Мия, кто ты, черт возьми? Используйте аптечку, ЗТРЛ. Спина ее. Там дверь вообще открылась, нет? Конечно же нет. И куда мне идти? Получается, а какой смысл мне идти обратно в подвал? Это, я не понимаю, я не хочу в подвал идти снова. Господи, ладно. Все заперто. Может быть, я что-то не взял тут? Да вроде все. Может быть, нужно Мию взять как-нибудь там? А, ну вот. Здорово. Иди. Оба, топор. Давай. Могу блокировать. Помри, паскуда. Давай. Господи. Да, слушай. Затопи ты уже ее. Сломай ей на сяру. Вот так. Прости. Ты 3 года жила в мучениях. Пришла пора успокоиться. Убил жену, блин. Черт. Кровь начала течь. Звонок. Подождите. Блин, жалко, конечно, ее. Столько лет вместе. Да-да. Ох, не надо было здесь сюда приходить. Кто это? И что, блин, происходит? Меня зовут Зоя. По идее, ты можешь пройти через чердак. Иди туда. Немедли. Не доверяю я таким звонкам, конечно. О, дверь открылась, я так понимаю. Чего? Топор возьми. Мия? Живая, что ли? Так у меня чопче по здоровью-то. Вроде как не все плохо, да? Так. Подбирал ли я что-нибудь? Нет. У меня еще есть одна аптечка, но... Наверное, не будем.
Так, а где я Стоп, а где я сохранялся? Я сохранялся... Наверху, по-моему, сохранение было. Стоп, но ведь... Так, топор здесь поможет мне. Вот тут вот надо вот так вот сделать. Да. И пока меня никто не поймал, быстренько... Оба-на, предохранитель Стейрс, понятно. Господи! Подлечись. Она жива. Я сейчас ее хлопну. Так, давайте сохранимся на этот же сейф. И на всякий случай я пересохранюсь еще на второй сейф. Вот так вот. Фух, блин, игра реально стрёмная, интересная. Жалко, что один раз... Тень, ё-моё! Жалко, что один раз вылетело, но я думаю, такого, если будет, то я какие-нибудь настройки типа теней, там их просто очень-очень много. Обычно я тени в играх не ставлю, но так как комп у меня всё-таки новый, я решил всё прям по максималочке. Ну, если что, я чуть-чуть убавлю, но я не думаю, что такое будет часто, либо повторяться. Просто, ну, что-то произошло, поэтому... Блин, ребят, если вам понравилась эта игра, эта серия, это видео, блин, ставьте лайки, комментируйте, а также подписывайтесь на мой канал на паблик ВКонтакте. А с вами был Мошт, и всем пока, ребята. Если сильно-сильно понравилось, ставьте лайки, игра прям быстро-быстро будет выходить, не жалея моих нервов. Все, всем пока.